Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Приветствую вас в очередном уроке. И в этом уроке я хочу вам показать симпатичный виджет, который позволяет делать вот такую вот шапочку из ночных звезд. Но это может быть не только ночные звезды, можно сделать это днем. И если вы обратите внимание на эти звезды, то они у нас движутся. Сейчас я обновлю страницу. Вот здесь вот видно, что пролетает комета. То есть я замечал, что она пролетает только один раз, как страница только загрузилась. Вот сейчас вы видели ее здесь еще раз. Сейчас еще раз покажу. Вот видите, да, пролетает комета. Ну, давайте перейдем в Adobe Muse и посмотрим на данный виджет. Данный виджет, как обычно, я перетаскиваю из библиотеки на холст. И он у нас располагается по ширине в 100%. Он имеет прозрачность. Двигаем его на самый верх. И вот именно небо или ночь вы можете задать заливкой самого холста, то есть заливка браузера. Кликаем в пустом месте на заливку браузера, здесь появляется заливка браузера вверху. Кликаем по заголовку, и здесь можно выставить градиент. Первый цвет я сделал таким черным, а второй практически, ну, такой голубоватый цвет. Здесь можно поиграться с цветами, посмотреть, какой лучше. То есть у меня переходит сверху от темного к светлому. Это видно. Ну и, соответственно, сам виджет выделяем, и можно увеличить область там, где будут у нас звезды. Настроек данный виджет не имеет. Подойдет куда-нибудь в шапочку сайта вашего лендинга. И вот вы видите, пролетала комета здесь. И звезды наши тихонько движутся. Вот такой вот простой виджет. Если он вас заинтересовал, вы сможете скачать его на сайте. Ссылочка будет под этим видео. Увидимся в следующем уроке. Наверное, трудно представить себе современный лендинг-пейдж, сделанный в Adobe Muse без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы? Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в два клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный, потрясающий виджет. Например, меню для мобильных устройств. Несколько вариаций мобильных меню. Уникальные слайд-шоу. Всевозможные эффекты с текстом. Круговой прогресс-бар. Маска с текстом и многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите, иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пейдж, делайте их круто!